В начавшемся 1993 году мне исполнится 85 лет. Так как я последний в роду, то с моим уходом уйдет в небытие и все накопленное в родовом сознании. Мои воспоминания не преследуют никакой общественно-литературной цели. Я не общественный деятель и не писатель. Между тем, в моей жизни, сломленной трагедией 1937 года, было немало такого, что предать забвению нельзя. Так напишет в своей книге «Из глубины взываю» Георгий Карлович Вагнер, один из самых крупных исследователей архитектуры и скульптуры Древней Руси, доктор искусствоведения, лауреат Государственной премии СССР, почетный гражданин Рязани. Он родился ведь в Спасске Рязанском, он так и жил там, в Спасске. Потом, когда поступил в художественное училище, его судьба была связана с городом Рязани. Поэтому он немец по крови отцовской линии, Георгий Карлович. А по линии мамы он родственник, прямая линия, он потомок вице-адмирала Головнина. В его роду Макарий Калязинский. Вот если, допустим, бы меня спросили, он кто, в первую очередь, вот, допустим, русский или немец, это гражданин. Я родился в семье чиновника акцизного ведомства Карла Августовича Вагнера, происходившего из курлянских немцев. От немецкой натуры отца мною унаследовано немало полезного и хорошего, что помогло мне выжить в самые трудные годы. Во всяком случае, вряд ли из меня получилось бы то, что получилось, если бы отец женился на какой-нибудь спасской горожанке. Неизвестно, какими путями отец познакомился с дворянской семьей помещика Владимира Николаевича Кожина, имение которого находилось в селе Исады на реке Оке, в 8-9 километрах от Спасска. Георгий Вагнер появился на свет осенью 1908 года. По отцу он связан корнями с родом великого композитора Рихарда Вагнера. Мама, Кира Владимировна, дочь потомственного дворянина Кожина, одна из лучших учениц Сергея Васильевича Рахманинова, с детства прививала сыновьям Георгию, Оресту и Владимиру любовь к музыке, литературе, живописи. В доме Вагнеров часто устраивались домашние концерты, давались спектакли. Детство Георгия, или Гурлика, как его звали в семье, было безмятежным. На берегу реки Оки находилось имение Кожиных, Владимира Николаевича Кожина и Елизаветы Николаевны. Это бабушки и дедушки Георгия Карловича Вагнера. И как он в своих воспоминаниях писал, что каждое лето они проводили у деда в Исадах. Белый и Красный дом выходили своим фасадом на Оку, и было видно всю эту красоту, как вспоминал Георгий Карлович Вагнер. Здесь были залы с ампирными какими-то очень красивыми матерчатыми обоями. У деда был великолепный кабинет с какими-то старинными книгами, рамы золоченые, канделябры. Все это в воспоминаниях Георгия Карловича и фотографиях того времени. Я вспоминаю Исады как земной рай. Оба дома стояли на высоком правом берегу Оки. Белый почти у кромки обрыва, а красный отступя от него, так что перед ним оказалось место к громадному цветнику, которым владела бабушка. Для нас, маленьких детей, это был огромный мир, полный самых разнообразных романтических впечатлений. После революции Кожины лишились имения. Чета Вагнеров была вынуждена оставить свой дом в Спасске и перебраться в Рязань. Много позже, пережив лагерь и ссылку, Георгий Карлович посетит свои с детства любимые Исады. Я забыл о своих преклонных годах и в 1971 году приехал в Исады вместе со своей племянницей Ксютой Кузнецовой, которая много была наслышана об Исадах, но не знала, что это такое. Увы, она и не узнала это. Хотя Исадская церковь забелела на горизонте километров за 5, но рядом с ней не было видно ни красного, ни белого домов, не было леса, не виднелось еловых аллей и хозяйственных построек дедушки. Кроме церкви не было ничего. На месте дедушкиных домов зияли ямы, заросшие бурьяном. Да виднелась горка щебня. Впечатление, конечно, было потрясающее. Как будто через Исады прокатилась рать Батыя. Говорят, что все это произошло в 50-е годы, когда по инициативе Исадского сельсовета решили разобрать дедушкины дома на кирпич для сельских нужд. Никакого кирпича добыть не удалось, так как при разборке он превратился в щебень. Этот храм постройки 1635 года. Георгий Карлович Вагнер
И этот храм, наверное, тоже неотъемлемые две частицы. Почему? Да потому что в имении Кожаных, это деда Георгия Карловича Вагнера, находилась церковь. Церковь Воскресения Славущего. Это была их церковь, куда они ходили молиться по воскресеньям, в праздничные дни. Георгий Карлович настолько трепетно относился к этому храму, что государственную премию, которая ему была вручена, он отдал на реконструкцию этого храма. В 2012 году в церковь Воскресения Славущего были переданы семейные реликвии Кожаных Вагнеров – иконы Спаса Нерукотворного и всех святых. Еще один храм был дорог Георгию Карловичу – это деревянная церковь Вознесения в Спасске-Рязанском. Это ведь один из немногих храмов, который деревянный сохранился, и сохранился именно в стиле ампира, ярко выраженном стиле ампира. Его ведь этот храм привезли из соседнего села в полуразобранном виде в 1780 году сюда, на это кладбище, которое было только что открыто в городе. Потому что и город-то сам был основан, открыт и образован в 1778 году. И поэтому вот этот храм был очень дорог ему и тем, что это был единственный действующий храм из всех четырех храмов города Спасска. Георгий Карлович Вагнер был глубоко верующим человеком, христианином, православным человеком. И это ему помогло в его испытаниях и скитаниях по лагерям. Потому что, как он мне сам говорил в беседе, причем он об этом всегда говорил очень скупо, но иногда это пробивало, и вот он рассказывал о том, что это ему помогло выжить в тех нечеловеческих условиях лагерей сталинских. Первый арест Георгия Вагнера состоялся в 1937 году. Он, окончив Рязанский художественно-педагогический техникум, проработав здесь же некоторое время преподавателем живописи и рисунка, поступил на работу в Рязанский базовый краеведческий музей. Георгий Карлович жил вместе с мамой Кирой Владимировной в тесной полуподвальной комнате здания музея на территории Кремля. Он, как миллионы людей, попал в места не столь отдаленные, в первую очередь за то, что отстаивал культуру, национальную культуру. Доносы. Доносы у него были до смешного, глупыми на него. На Вагнера донесли, что он буквально негодовал по поводу сноса в Москве Красных Ворот и Сухаревой башни. Так, в одну из январских ночей 1937 года в его комнате раздался стук. Стук был властный, как не могли стучать мои соседи. Сразу, как электрический ток, пронзила мысль: «Это за мной». Какой-то чин протянул мне небольшую бумажку, на которой было напечатано примерно следующее. За контрреволюционную деятельность приговорен к исправительно-трудовым лагерям на 5 лет. Еще в бумажке значилось, что я возглавлял в Рязани молодежную эсеровско-меньшевистскую организацию. Тут же мне стало известно, что местом назначения для отбывания срока указаны колымские лагеря, бухта Нагаева. Я отнесся к этому спокойно. Мне было 28 лет, и я верил в то, что все вынесу. Когда он попал на Колыму, он был где? На прииске Водопьянова. Он был на прииске, где добывали золото, кайлом вручную. Надо задать вопрос, вот как он мог остаться в живых, в нечеловеческих условиях? Вот признание самого Георгия Карловича. Ему дважды приходилось есть из выгребных ям. И только лишь потому, что он хорошо в школе учился и знал из уроков биологии, что в 40-50-градусные морозы все дело становится стерильным. Он опухал. На нем дважды разрезали комбинезон. Это полюс абсолютного холода. И когда этот юноша в стеганых брюках вышел и день отработал, и в бараке стал раздеваться, он увидел на теле строчки черных точек. И ему объяснили, рядом сидевший с ним в бараке, что он ветром обморозил себе кожу через проколы иглы швейной. Брюк. Наступили тяжелые морозы. До 40 градусов мы еще работали.
Сейчас я не смогу даже объяснить, как я выдерживал 40 градусов при 14-16-часовом рабочем дне на открытом воздухе. При 40 градусах выдыхаемый воздух образует струю пара, шуршащую, как при чистке котлов локомотива. Какое-то время эта струя не исчезает, а как бы стоит в воздухе. Страшно. Спасение только в движении, в отчаянном сопротивлении морозу. От выдержки и силы воли зависит, кончится эта борьба победой или поражением. Поражение равносильно смерти. И спас его в лагере вор в законе, когда Георгий Карлович после работы получил срочно задание плац вымести. Значит, день киркой долбил эту ледяную глыбу, а потом получает метлу, и надо было плац подметать. Перед кем? Он говорит, я не подметал, я опирался на метлу, чтобы не упасть. Проходил вор в законе и спросил меня: Лось, ты кем на свободе был? Художником, еле выговорил. Он забирает его к себе в коптерку, кормит его. Юрий Карлович рисует наброск. Ну, я представляю, какой он мог портрет нарисовать этими дрожащими руками, да? Но, тем не менее, он остался жив. Перед нами альбом акварельных зарисовок «Колыма», сделанный Георгием Карловичем Вагнером по итогам его первого срока ссылки. В акварелях этих нет ничего печального, нет ничего, чтобы рассказывало нам о тяжелой жизни каторжанина. Это полная радости созерцания неописуемо красивой природы. Колорит произведений приподнятый, жизнерадостный и очень оптимистичный. Какой-то внутренней поэтикой наполнены эти произведения, как, например, этот лист «Улетающие вдаль птицы» и человек, который не может улететь вместе с ними. Казалось бы, сюжет простой, но в контексте, в историческом, в котором появляется этот альбом, произведения приобретают наиболее пронзительный характер. Тут я впервые наблюдал северное сияние. Со всех краев горизонта снизу вверх устремлялись световые всполохи, а в зените небесного купола образовывалась какая-то круговерть. Я еще был способен залюбоваться этим невиданным зрелищем, но чувства медленно тупели. Начиналась борьба за жизнь. Здесь же, на Колыме, в мае 1938 года Вагнера, как и многих заключенных, ждет второй арест. Обвинения общие. Участие в подготовке свержения советской власти на Колыме. Число арестованных заключенных, согласитесь, сколь нелепо такое словосочетание, точно мне неизвестно, но оно было громадно. Только в тюрьме Хатыннаха было не менее 150-200 человек, но по мере убытия, расстрел, ее численность все время пополнялась. Исполнение смертных приговоров производилось на страшной серпантинке, которую я видел из окна районного отдела Хатыннахского НКВД. Вот Вагнер 10 лет в таких условиях. Но самое удивительное, когда я его попросил на юбилей училища рассказать о своем пребывании и как он ко всему относится, он ответил: мне не на кого обижаться, кроме самого себя. И прошли годы, и только потом начинаешь понимать, если человек рожден, воспитан и проживал жизнь в согласии со своей совестью, тогда Господь его бережет от всяких случайностей и смерти. Освободился Вагнер только после войны. Весной 1947 года он возвратился в Рязань. Преподавал в художественном училище и работал в музее. Георгий Карлович активно занимался исследованием древнерусской архитектуры и скульптуры, делая порой неожиданные и блистательные исторические открытия. Георгий Карлович уделяет огромное внимание самобытным произведениям, созданным на Рязанской земле и не имеющим аналогов в истории древнерусского искусства. Таким произведением является, например, икона архангела Михаила Ларатного с чудом в Хонях. Уникальный памятник сам по себе. Дело в том, что в этой иконе соединяется несколько иконографий. Это «Чудо в Хонях», такое историческое повествование о чуде, совершенном архангелом Михаилом.
И это вторая тема произведения, которая звучит лейтмотивом, так называемый «Собор архангелов», как ее определяет сам Георгий Карлович. Самобытное произведение с такой сложной иконографией могло появиться только до момента присоединения Рязани к Москве. И об этом Георгий Карлович упоминает особо. Таким образом, датировка памятника уточняется буквально до периода в 21 год. А для истории древнерусского искусства это очень узкий промежуток и очень точная датировка. В Рязанском художественном училище Георгий Вагнер работает вместе с дочерью Марины Цветаевой Ариадной Эфрон, которая также освободилась из лагеря. Это был короткий период яркой и плодотворной их совместной деятельности. И вот они сделали, вместе со студентами сделали вот такие два уникальных альманаха. Здесь о творчестве, о политике, вот здесь вот фотографии с работ, здесь вот заставки, которые делал он и она. Это очень ценная для нас реликвия, для всех. Почти через год снова загремел по этой же статье. И знаете за что? Он, между прочим, однажды сказал, говорит, я увидел эпидиоскоп, это только появился эпидиоскоп, и с радостью я решил через него своим студентам показать импрессионистов. И, конечно, кто-то наутро донес. Французские импрессионисты были запрещены. С момента освобождения из колымских лагерей прошло немногим больше года. И Вагнера вновь забирают из того же полуподвального помещения музея. И по той же лестнице ведут под арест. Раздался стук в музейную дверь. И открыв ее, я снова увидел человека в голубой фуражке. Он предъявил мне ордер на арест. Я уже был подготовлен к изгнанию из музея, даже к высылке из Рязани. Но чтобы снова арест, снова ночью, это уже слишком. Конечно, ордер был предъявлен, но обыска чекист делать не стал. Видимо, такова была инструкция. Более того, он намекнул, чтобы я передал свои научные материалы на хранение, а с собой взял бы смену белья и валенки. Нам объявили, что мы составили рабочую силу строительной конторы Красноярского краевого управления НКВД. Наша задача – строить новое большое здание для этого управления. Трагикомичнее этого трудно что-либо придумать. Только в 1956 году, уже после смерти Сталина, Георгий Вагнер был реабилитирован. Он приехал в Москву и поступил на работу в Институт археологии Академии наук. В институте он работает обыкновенным лаборантом, который занимается всего-навсего хранением этих стеклянных негативов. Пишет в этот момент книги по истории архитектуры. И когда пошел защищать диссертацию. Он защищал кандидатскую, ему присудили докторскую. Позже доктор наук Вагнер, когда-то осужденный по жестокой литерной статье, отсидевший 15 лет в лагерях, будет награжден государственной премией СССР. Его великие заслуги в исследовании и научном осмыслении исторического наследия России будут признаны государством. А путь его в большую науку меж тем начинался с его родины – Рязанской земли. Почему я выбрал именно древнерусское искусство предметом моего главного интереса? Я думаю, что здесь сыграла роль архитектурное окружение, в котором я жил. Так называемый Рязанский Кремль представлял собой довольно интересный архитектурный комплекс, состоящий из Архангельского собора, Архиерейского дома с надворными постройками, Успенского собора, Рождественского собора начала XIX века и колокольни XVIII-XIX веков. Все это почти не было изучено, и я мог тут развернуться. В 1988 году на своем юбилейном вечере Георгий Вагнер признался в любви к малой родине. В записных книжках его друга и биографа Александра Бабия читаем. «Меня тянет в Рязань. Люблю ее. Люблю Рязань как город. Нужно говорить о тысячелетии Рязанского княжества. Рязань – ровесница крещению Руси. Она не так знаменита, как Владимир, хотя это очень спорно, но значение ее очень велико. В XVI веке она не входила в опричнину, в XVII веке оставалась в стороне от смуты. Рязань – центральный русский город, без которого невозможно представить историю России в ее полноте. В Рязани свой особый классицизм. Много городов стандартных, а Рязань нестандартна». Сегодня Рязань, столь любимая Вагнером, гордится ученым и бережно хранит наследие своего великого земляка. Имя Георгия Карловича Вагнера очень дорого для не только рязанцев, но и для всех
русских людей. Человек, который посвятил всю свою жизнь науке, несмотря на то, что жизнь его была очень тяжела и наполнена колоссальными испытаниями, он никогда не сетовал на свою жизнь. Он не считал возможным тратить свое время, свои эмоции на какие-то такие негативные отношения. Всю свою энергию он вложил в свои научные труды. Мне бы хотелось показать одну из первых публикаций, которая хранится в нашем архиве. Это вот эта, на первый взгляд, невзрачная книжица. Это каталог выставки художницы Любови Федоровны Милеевой. Издание вышло в 1936 году. Это бесценный клад, который у нас хранится и которым мы, наши научные сотрудники, с любовью пользуются. И, конечно же, те архивные материалы и, в первую очередь, листок по учету кадров, который у нас сохранился. Здесь фотография Георгия Карловича и анкета, которую он заполнял. Ну и многочисленные отпечатки, оттиски из сборников Академии наук СССР, которые посвящены отдельным памятникам и которые имеют дарственные надписи «Любимой Рязани, любимому музею, кусочку моей души». Сегодня в Рязанском художественном музее хранятся не только документы и научные труды Георгия Вагнера, но и его живописные полотна. Перед нами уже произведение самого Георгия Карловича Вагнера, написанное им еще в пору его обучения в художественном училище. Мы привыкли думать о том, что искусствовед – это теоретик, тот, кто краски только видит, но никогда не трогает их руками. На самом деле это не так. Георгий Карлович с самого детства мечтал быть художником и поступил в художественное училище он с большим воодушевлением. Мало того, его успехи в учении были таковы, что с первого курса он перешел сразу на третий. И если это считалось успехом среди его сверстников и среди его учителей, то сам Георгий Карлович оценивал этот шаг как художническую катастрофу, я цитирую его воспоминания. Дело в том, что он пропустил натурный класс, класс гипсовых голов, поэтому ему было очень трудно писать живую натуру. Тем не менее, он прекрасно справлялся с живописными задачами, которые ставил перед ним и его педагог Куриленко, и сам Георгий Карлович. И вот натюрморт с роялем и скрипкой – яркий тому пример. Натюрморт написан уже в 1929 году. Если мы вспомним русский авангард, мы сразу подумаем о натюрморте. Георгий Карлович как бы разворачивает перед нами крышку рояля таким образом, что мы видим ее не совсем в четко выстроенной прямой линейной перспективе. Хотя, безусловно, он мог бы это сделать, он мог бы положить перед нами крышку таким образом, чтобы она выглядела максимально реалистично. Но здесь реализм в другом. Мы с вами видим предметы, разложенные на рояле, во всей их полноте, во всей полноте цвета и во всей полноте формы. Напряженные цветовые сочетания, яркие, активные, желтые, поддерживаются очень тонкими сочетаниями цветов в драпировке. При этом, если посмотреть на фактуру живописи, задний план решен гораздо более рельефно, более фактурно. Пастозная живопись на всем холсте нам, конечно, видна, но вот задний план решен более рельефно. Это нетипичный прием, ведь обычно художник задний план старается уложить как можно более мягко для того, чтобы создать дополнительное ощущение световоздушной среды. Георгий Карлович справляется с этой задачей блестяще, и это полотно по праву занимает теперь место в коллекции художественного музея. А тот самый натюрморт в голубых тонах, за который Вагнер был переведен с первого сразу на третий курс, сегодня бережно хранится в Рязанском художественном училище. В 1998 году учебному заведению было присвоено имя Георгия Карловича. Когда ему было 19 лет, он впервые попал в Москву, в Третьяковскую галерею, и увидел там работы нашего русского импрессиониста Игоря Грабаря. Под этим впечатлением он написал этот натюрморт. Ну вот натюрморт такой, который говорит о том, что он был очень талантливый художник. Вот этот натюрморт еще имеет такую вещь. Посмотрите. Хотя я не помню, чтобы он мне что-то об этом говорил.
этот натюрморт написан на портрете Сталина. Он нищий студент, он сшил из двух частей каких-то. Сталин с такими глазами. Я думаю, что это был большой риск. Возможно, что в 19 лет натюрморт, написанный на портрете вождя, был неосознанным ребячеством. Но всю последующую жизнь Георгий Вагнер рисковал сознательно. Рисковал во имя сохранения русского искусства и русской культуры. Иногда меня интервьюеры спрашивают, как это я смог спокойно относиться к сталинскому произволу, не противостоять, не бороться, наивные вопросы. Особенно если их задают задним числом и те, кто не имеет никакого представления о сталинской мясорубке. Мысль была об одном – выжить. С другой стороны, разве мой протест против разрушения архитектурных памятников старины не был проявлением борьбы? Попробовали бы все сделать такое. Большинство молчало. Солодчинский, Рождества Богородицы, женский монастырь. В 1988 году Георгий Вагнер и Александр Бабий в очередной раз приехали сюда. Это была встреча не только с миром божественной красоты, дорогим сердцу ученого, но и с откровенным вандализмом, человеческим равнодушием. Монастырь, конечно, здесь был весь в полуразрушенном таком плачевном состоянии. На храмах не было крестов. Купола были полуразрушены. Можно было смотреть на этот монастырь и просто плакать от того, что здесь можно было увидеть. Отрадно, что сегодня стараниями сестер и благотворителей монастыря обитель возрождается. Наконец-то очищена от многолетнего набела церковь сошествия Святого Духа на апостолов. Вновь заиграли на красно-кирпичных стенах белокаменные резные колонны и расположенные по всему периметру храма изразцы херувимов и серафимов. Георгий Вагнер утверждал, что примеров, подобных Солодчи, в России не найдется. Восхищался ученый и надвратным храмом монастыря, в частности, размещенными в плоскости восьмерика барельефными фигурами евангелистов. «Рука умного зодчего чувствуется», – восклицал Георгий Карлович. Он был большой ценитель именно церковного искусства. И для нынешней молодежи, особенно той, которая интересуется искусством и историей архитектуры и искусства, это очень большая личность. Память о Георгии Карловиче трепетно хранят и на его малой родине – в Спасске-Рязанском. В историко-археологическом музее, которому в 1998 году было присвоено имя Вагнера, достойное место занимает экспозиция, посвященная великому земляку. У нас в музее хранятся личные вещи Георгия Карловича Вагнера. И среди них это балоневый плащ, это холщовый костюм, которым ходил великий ученый. Он совершенно простой. Но насколько, казалось бы, величина этого человека и насколько просты эти были вещи. У нас также есть его ботинки. Вы посмотрите, конечно, какого они большого размера, но самое главное – это вырезанные в этих ботинках места, потому что больные очень ноги Георгия Карловича не позволяли ходить в закрытой обуви. Меня вызывали на допрос в течение 4 суток. 4 суток я провел в камере с красноармейцем, не дававшим присесть. 4 суток провел на ногах и ночью дремал, прислонившись к стене. Прислоняться тоже не разрешалось, но я ухитрялся это делать. От 4-суточного стояния ноги у меня распухли так, что штанины обтягивали их, словно рейтузы. Обувь же никакая не подходила. В таком виде меня и повели обратно в деревянную тюрьму. Снегу справа и слева от дороги было еще на метр или более, а я шел по лужам босиком. И ничего. Вот что значит внутреннее сопротивление злу. Самое главное-то в Вагнере, что в этом человеке, пройдя ад Колымы, он не потерял нравственного основы. В записных книжках Александра Бабия читаем: «Вагнер всегда был с Богом, и это позволило ему выстоять». Георгий Карлович, пройдя 15 лет сталинских лагерей, начал путь в большую науку, будучи 40-летним. Но это не помешало ему написать и опубликовать около 20 книг и более 200 научных статей, оставив потомкам богатейшее наследие по архитектуре и скульптуре Древней Руси. Но главное в его судьбе – это гражданский подвиг не сломившегося и не озлобившегося человека.
Эпиграфом ко всей его жизни можно определить его же слова. «Я слишком много страдал, чтобы делать людям зло».